Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Просвещения. Смотрите, нам товар пришел к 23 февраля. Магнитный холодильник с Днем Защитника Отечества. Затем такой. Этот деревянный, по-моему, а этот доломит. Фляжка 99 рублей, 142 миллилитра. Дизайн немножко отличается. Тоже различный дизайн. А это набор ручек. Как и набор инструментов. Вот такие ручки. Инструменты различные. Вернее, ручки различные. Такой подарочный набор. Тоже разводной ключ и ручка. Ручка-брелок 77 рублей. Цены я буду показывать не везде, потому что не везде они пока еще есть. Мячик антистресс баскетбольный. Несколько дизайнов, цветов. Еще такой. И такой. Переходник USB с функциями передачи данных и зарядки 23,5 сантиметров. Набор стопок 3 штуки. Тоже в прошлом году были такие металлические стопки. И в таком темненьком футляре. Пакетики различные. А вот нашла ручки еще синего цвета. Примерно все 77-99. Так что то, что цен нет, ничего страшного. В основном 77-99. Набор подарочный 23 февраля. И фонарик, по-моему, брелочек. Такие наборы. Записная книжка. Ремень. Похож прям на кожаный. И ручка. Еще подарочный набор. Ручка и блокнот. Отличается обложкой. Цветом обложки. Кружка 320 миллилитров. Фаянс. И очень много еще различных. Еще фарфор за 99 рублей. С усиками. В офисе так подарить мужчинам. И будут ходить все с одинаковыми кружками, только чуть-чуть различия будет. Прикольно. Сумка для телефонов. Поясная. Тоже камуфляж отличается. Тема кружек продолжается. В прошлом году, по-моему, тоже типа пистолета какой-то был. Так, я, наверное, неправильно взялась. Да, вот так. 350 миллилитров грубая керамика. Вы обратили внимание, что-то все такое строительное. Все, как говорится, на такую тематику. А это подарочный набор. Пенал и визитница на 24 визитки. Ну, какая ручка красивая. Там внутри как золото. Очень красивая. Угу. Внутри золотая поталь. Симпатичная ручка. И еще какие-то там, как будто на чем-то залито. Там пузыречки. И синяя очень красивая тоже. Черная.
А вот смотрите, какой интересный набор. Блокнот, фонарик, ручка и калькулятор. Интересный. Отсвечивает, не могу показать хорошо. Вот, наверное, так. В общем, отсвечивает все. Скорее всего, 199. Ну и стопочки, они каждый год бывают. А это коробочка подарочная. Тоже разные-разные расцветки. Ароматизатор воздуха для автомобиля. Экзотический коктейль. А это парфюм Вояж. Свежесть ливня. Земляника лесная и очень-очень много других. А это фляжки? Наушники накладные с микрофоном. Смотрите, с ананасом. Длина шнура 110 сантиметров. И частота. Есть серебристые с белым, зеленые с черным и чисто черные. Автомобильная лампа. Я в них не особо разбираюсь. Смотрите сами все параметры. $99. И такие. Смотрите, какие лампочки. Лампа светодиодная, старт, за 149 рублей. А вот свет какой. Обычно какую не возьмешь, у них желтый цвет. А я люблю свет, чтобы был белый. И цоколь здесь маленький. Такая тоже с маленьким цоколем. Тоже немножечко отличается. Такие лампочки. Как это? Тепло белый, ясно вам? Тепло белый. Мне надо белый. 10 ватт. За 99. И такие обычные 40 ватт. По 18-30. Канцтовары. Смотрите, картинки из пайеток. В наборе картинки 23 на 17. Вернее, картинка. Стикеры 140 штук и разноцветные пайетки. Наполни сказочный мир волшебных друзей ослепительным блеском. А здесь другое уже. В наборе, значит, 17 на 23 сантиметра картинка и самоклеющиеся детали. 90 деталей. Опять другое. 17 на 23 картинка с клеевой основой и песок 6 цветов. Так, это картинка с клеевой основой, голографическая фольга и 5 цветов. В общем, целая пачка, все не покажешь. За 99 рублей. Поднос сервировочный. Смотрите, какой красивый, огромный. Просто шикарный. Но единственное, что я его даже не могу удержать в руке. Он такой толстый, такой тяжелый. Но он, в принципе, и должен быть такой. Он же не должен быть хлипким. Ой, сейчас я упрусь что-нибудь вот так. Скорее всего, стоит 199. Я снимаю в выходной. Народу много. И кассу я просто не могу добиться до кассы дойти, чтобы спросить. Но, скорее всего, 199. Смотрите. Вот таким образом он. Вот не помню, я снимала. Нет, форма для канапе. Где бы картиночку посмотреть?
странно. Смотрите, они есть круглые. Поняла. Смотрите, какие яркие. Вот она оттягивается, ставится на хлебушек и прижимается. Тем самым получается канапе, маленькие канапе, значит, кругленькие, квадратненькие, вот такие цветочком и треугольные тоже. Бальзам коллагеновый, омолаживающий для губ. Видимый результат с первого применения. Бережный уход и красота ваших губ. За 55 рублей. Именно этот омолаживающий. А этот восстанавливающий. Пептидный. И этот увлажняющий гиалуроновый. 5 в одном. За 55. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока.